Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий проинспектировал ход строительства школы в поселке Малаховка. Учреждение возводится на месте старого корпуса 48-й школы, построенного более 100 лет тому назад. Для Малаховки эта школа станет первой новостройкой такого уровня. Здесь будут получать знания дети с 1 по 11 классы. На нижнем этаже расположится начальная школа, а второй и третий этажи отведут под специализированные кабинеты. В центральной части здания предусмотрены административные помещения, актовый зал и пищеблок, а в третьей секции будут учиться старшеклассники. Мы выстроим школу с современными, со всеми удобствами и условиями. Будет спортивный зал, большой, просторный, можно проводить разные соревнования. Тем более, что рядышком находится буквально через дорогу МГАФ. Специалисты будут взаимодействовать с администрацией данного учреждения. Пока руководство школы и управление образованием строят планы, рабочие нагоняют темпы. В настоящее время на объекте проводят внутреннюю отделку помещений. Впереди большая работа по благоустройству территории и наведению порядка внутри здания. Готовность школы в целом где-то порядка 86-87%. Это очень высокая степень готовности. Сейчас мы проводим конкурсные процедуры по оснащению оборудованием данной школы. Я так думаю, что где-то оборудование начнет поступать в начале июля. То есть достаточно времени, чтобы его собрать, расставить. Появление этой школы избавит поселок от главной проблемы – ликвидирует вторую смену. Сейчас руководство учреждения формирует список учеников, которые в новом учебном году пойдут в новую современную школу. Луиза Игазарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.